объяснение с точки зрения стремения, которые создают люксовые здания, пересаживаются, поэтому они приезжают к нам, оставляются вместе с деревом. И это залог гарантии, что у нас вот появились хорошие деревья. Это интересный дерев. Привяжутся к этим деревьям и их целей. То есть это... Обратно же, на первый взгляд, вот при размере как бы, ну, взрослого человека, она выглядит... Пока не проверишь, не увидишь, не поработаешь, самое мы как бы сдерживаем сам рост растения, что на стрижке вашей изгороди. То есть для этого достаточно просто вот убрать крайние. Наша компания Agromax Decor занимается уже несколько лет выращиванием декоративных растений, деревья, кустарники и цветы. Но это только начало процесса вырастить, продать. Это только начало. Это то, что знают все и все интуитивно догадываются. Сегодняшнее мероприятие, наша сегодняшняя встреча, она посвящена тем, что дальше с растениями. Как их проектировать, как их правильно подбирать, как их сажать. И, что самое главное, как за ними дальше ухаживать. Потому что растения как собачки. Они живые организмы. То есть за ними нужно ухаживать, правильно ухаживать. Их нужно питать, их нужно кормить, их нужно поливать, постригать периодически. Поэтому это сравнительно новое знание и новый опыт на грузинском рынке, которым мы хотим поделиться. И поэтому привозим европейских специалистов сюда, чтобы могли обменяться опытом и ответить на вопросы грузинских коллег. Нам интересно, какие новые растения будет предлагать Agromax Decor уже с новым сезоном. В новом сезоне у нас будет довольно большой выбор плодовых кустарников, о которых спрашивала публика в прошлом году. Будет очень много роз и будет очень много цветущих многолетних цветов.